Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. Начнем с телезрительского кадра дня, и нашим соавтором сегодня становится Виталий Гурьев. Он прислал очень настроенческую фотографию под названием «Все ушли, а меня оставили караулить». Жители 8 и 10 домов по улице Моторостроителей жалуются на лестницу, которая ведет от дома номер 8 к дому номер 10. Мол, ходить невозможно, всю лестницу снегом забило, как быть. Есть простейшее решение. Ледянка дешево и сердито. Берешь, садишься и поехали. Ю-ху! Весело и жизнерадостно. Оно, конечно, есть тривиальнейшее решение. Дождаться, когда придут специально обученные парни из управляющей компании с лопатами и лесенку почистят. Может быть, действительно придут, а? На прошлой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения писателя, на книгах которого выросла вся страна, многие и многие поколения. Мне мама в детстве читала о приключениях Незнайки. Николай Носов. И ребята из 49-й Пермской школы сделали поделки по мотивам произведений Носова. Прелесть какая получилась, любуйтесь. В прошлые годы ее здесь не было. Нынче же алле гоп, извольте радоваться. На площади Карла Маркса монтируют новогоднюю елочку. В общем, чем ближе праздник, тем больше его признаков замечаем на пермских улицах. И это здорово. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И победитель получит вкусный и полезный подарок – продуктовую корзину от торговой марки «Слобода». «Слобода» – это натуральный майонез, кетчупы, соусы, подсолнечное масло и йогурты. В их составе только природные компоненты. «Слобода» – настоящая живая еда. На этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете и группу ВКонтакте. На сегодня же все. Спасибо, удачи. Пока.